Большой брат знает все о вашем прошлом и настоящем. Скоро заглянет и в будущее. Технокорпорации декодируют личную жизнь человека, анализируя его покупки и поисковые запросы. Кем работает, где живет, чем занимается в свободное время, намерен ли заводить детей. Алгоритмы предсказывают поведение, чтобы заранее предлагать пользователю рекламу нужных продуктов. Скоро этому научатся и спецслужбы. Система социального рейтинга в некоторых китайских городах уже выявляет инакомыслящих по их поведению в сети. Скоро этому научатся и остальные. Больше никаких митингов и транспарантов. Большой брат будет находить диссидентов заранее, когда те еще сами не осознали свое недовольство.